3 мая, 18 часов. Хочу вам показать, вот здесь раньше была был наш палисадник, была огромная клумба. И, ну, сейчас весна, май, на улице потеплело, и не знаю, на радость, наверное, так кусочек тут нашего маленького счастья. Вот выжили некоторые цветы, вот у нас тут свой кусочек весны есть. Тоже вот. А так, да, вон мне строители машут рукой. Чувствует, но в итоге третье мая, 18 часов. Вот хочу вам показать, что со вчерашнего дня ничего не изменилось. Вот по-прежнему висят эти паруса у нас над головами. По-прежнему слышны звуки, очень малоприятные уху. Вот. Люк, который вчера я сняла, был открыт. И сегодня, ну вот, загородили такой штуковиной. Вот, а так, ну, ничего не изменилось. По-прежнему выход единственный из дома, из нашей территории. Это только вот щель в заборе ландровера, которую любезно нам оставили. Иначе, ну, просто других выходов у нас нет. Потому что со стороны ремесленной видели, там еще ведутся работы. И ничего, ну, не организовано, никакое движение, естественно. Ну, а здесь вот весь мост. Показываю вам еще раз. Вот он весь стоит в парусах, и поэтому, ну, ничего тут не изменилось, и прохода по-прежнему другого у нас нет. Ну вот, прикрыто немножко то, что у нас тут.